Йоу, чуваки, уважаю вас, но я тот, кто покажет класс. Я проступил 84 страны и сотни разных сложностей трасс. Анды, Кордильеры, Апачи, Альпы и другие склоны я познал, когда каждый из вас на диване штаны протирал. И на Красной Поляне на Олимпиаде катал. Сам Путин дорогу мне уступал. Страшно было всем. Я летел как Тополь-М. Еду в Хибины с топом. Это по-мужски. Сэкономлю орган бабки. И у меня всегда чистые носки. Я серфил на Канарах, застопил в США самолет, прыгал с парашютом с гор. Как вам такой набор? Приезжайте на Кавказ, родину мою, а я на Хибинах испытаю доску свою. Сыну победу хочу посвятить, а вам своего бы сначала зачать и только потом права качать. А сейчас советую носки постирать. Раунд!